заплыли мы в такую красивую живописную речку, которая впадает в наше озеро. Сейчас попробуем. Вот это была. Что это такое? Кто там плещется? А там, эй! Там не кружок стоит или не жерлица что-нибудь такое? Не знаю. Больно, я тебе про это и плескается прям хорошо. Я тебе про это и говорил. Чужое мы не берем, конечно. Ну, знаете, нет, а рыбу-то можно. Здесь место хорошее, да, впадение речки в озеро. Всегда топ. Должно быть. Здесь им, наверное, и мережку поставим. Знаменитая Димина мережка. Малек, вижу, плавает он. Малек? Тебе малек нравится? А марек? Опа, малек клюнул. Ты сейчас сказал малек, а лучше бы он клюнул. Он на мормышку, смотри. До тростника. Интересно. Моя мать его, на мормышинке. Не, ну тут морька много, тут скорее всего и хищник крутится хорошо. Во, во. Хватай. Опа, я прям приглядку ловлю. Смотри. Кто? Красноперка. Я видел, как она хватает. Прикольно, слышь. Кстати, хороший живец, между прочим. Давно я красноперку не ловил так вообще. Она прям... Такая жадюга. А я думал, малек, красноперка со спины видно. Вон, тут плавает много ее. Сейчас попробую вот так прям поманить ее. А, смотри! Еще что ли? Я просто как на зимней рыбалке. Да, что кричишь? Да, громко просто. А, громко? Я же слышу тебя прекрасно. Ты думаешь, что рыба спугнется? Да не рыба, я говорю, я тебя слышу хорошо. А, да я, у меня эмоции просто прикольные. Сейчас приглядку ловлю и так вот рисую зимой мормышкой. Смотри. Ну-ка. Вот, сейчас, смотри, возьмет. Давай, 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 давай. Ну? Будешь брать? Она меня сейчас увидела. Бог увидел, брать не может. Да, да, да. Увидела брутального мужика. Расстрелилась. Опа. Теперь надо измерить. Ты столько тут рыбы тебе в мережу улетит, столько живца. Охренеешь просто. Тут и кружки, и мережа, все надо ставить вообще, в целом. Опа, есть. А, сошла, кстати, нормальная была. Сошла, мормышка упала, тут же вторая подхватила, прикинь. Вот такие коллективисты, жадные. Увидел, что во рту кусок у другого. Хватайте, чувак. О, сошла опять. Прикольно вообще, слушай. Побаловаться мормышкой, конечно, здорово. Класс вообще. Опа, оп, это кто? Ты кто такой резвый-то? Ах, окунёк что ли? А, ну окунёк, ну понятно.